Приветствуем всех любителей женского футбола на очередном матче женской футбольной суперлиги. Сегодня у нас вынесенный матч 9-го тура в программе «Енисей», принимает «Звезду» 2005. Такая, наверное, самая многострадальная пара по ходу этого непростого сезона, потому что матчи «Енисей» и «Звезды». Кажется, ждем стартовый свисток. Итак, Надежда Горинова дает старт этой игре. Наталья Гриб и попытка удара. Здорово под мяч Екатерина Касина ложится, и у нас первый угловой будет. Подача. Снова Касина, кажется, борьбу выигрывает. Пас на Климова на выходе. Не очень удачно играет и добивалась сейчас Пантюхина, кажется. Еще раз смотрим. Берендеева подает. Здесь Климова до мяча-то дотянулась, но неудалеко его отбила, и Пантюхина-то добивала. Был уже гораздо острее. Ананьева подает, скидка, даже ударом это можно назвать, да, братко? Пробивает створ, но угрозы, наверное, для Ирины Зварич, опытнейшего голкипера, этот удар не стал. И Пантюхина, и момент неприятный, но выше ворот бьет Екатерина. Пристреливается потихоньку. Гости. Вот сейчас неплохая передача как раз в переднюю линию. И здесь Пантюхина уже офсайда избежала. Здорово Чередину здесь на замахе обыграла Диана Мамедова. Ну и тут же Виктория Козлова. А вот сейчас какой момент у «Звезды» неприятный, и спасает Климова. Но при этом что здесь? Красная карточка в руках у Надежды Гориновой, и Енисей в меньшинстве остается на 19-й минуте. За пределами штрафной, видимо, сыграла руками Климова. Или же жесткий фол против Пантюхина. Что здесь? Ну и вот удар Пантюхина в стенку, мяч попадает. Хороший проникающий пас сейчас на Ксению Шахову. Бьет Ксения, но прямо в руки Ирине Зварич. Повторить ту траекторию из кубкового матча в данной ситуации Ксения не смогла. Есть возможность гостей свою контратаку провести. Курочкина, Власенко. И дальний удар от Илоны. Мимо ворот мяч шел, и все равно Цирульникова забирает его. Ну, как-то много спешки в действиях «Звезды», как показалось. Было вот у «Звезды» есть полноценный 45 минут сейчас после вдумчивого разговора в раздевалке, чтобы все-таки увести из Красноярска 3 очка. Итак, второй тайм стартовал. А дальше что, Наталья Гриб, удар уже в мертвую для Цирульниковой зоны летел мяч, но рядом со штангой проходит игровой снаряд. Ох, как опасно было. Ну, вот, наверное, первый такой подготовленный удар в исполнении «Звезды» по ходу второго тайма. Еще раз смотрим. И бьет. Ну и да, здесь сантиметры какие-то решают судьбу эпизода в пользу «Енисея». Сейчас хорошая атака «Звезды». Власенко бьет, но Братко на пути мяча. И дальше Цирульникова. Здорово мяч забирает под носом у Курочкиной. Экватор второго тайма приближается, и по-прежнему без забитых мячей в этом матче. Какой момент у Енисея сейчас может быть, но положение вне игры, правда, фиксирует боковой арбитр. Не самая лучшая игра фаворита, но вот всего есть, может, сейчас что-то получится. Цирульникова отбила мяч в гости. Половине, за исключением Зварич. Литвиненко, хороший перспективный заброс, но будет даже углового в итоге заработать не удается. Мяча Пантюхина традиционно. Есть подача и есть уверенный выход Цирульникова из ворот. Подхватывает мяч Лазарева. Дальше Мамедова. И ха, классный проникающий пас. И опять положение вне игры. Фиксирует арбитр. Негодование на скамейке Енисея сейчас. Справа Шишкина мяч получает.
Прострел Шишкин, опаснейший момент. И Илона Власенко. Вот он момент звезды. Но 14 номер гостей не попадает. Створ с убойнейшей позиции. Да, сильный прострел Шишкиной. И опять вынос вперед. Ананьева прокидывает мимо Нургалиевой. В центре Шахова есть. Какой момент у Енисея сейчас. Шахова бьет и успевает, там, кажется, Орлова свою команду спасти. Бросившись под этот мяч. Непонятно, сколько добавлено. Вот такая ситуация, довольно часто случающаяся, к сожалению. Замены готовы, да, соответственно, табло. Табло у резервного арбитра занято. Есть шанс за победу побороться у красноярской команды. И идут вперед и Братко, и Чередина. Может быть и рискованно, конечно. Да, Братко возвращается обратно. Наверное, центральный защитник сейчас рискованно посылать вперед. Да, тем более там все равно следует короткий розыгрыш. И следует финальный свисток. Да, не стала Надежда Горинова накидывать сверху. Не закончила она этот матч. Перенесенный матч 9-го тура женской футбольной суперлиги между Енисеем и Звездой 2005. Завершается у нас он нулевой ничьей.